Демократии нет! Демократии, да! Демократии нет! Демократии, да! Демократии нет! Демократии, да! Демократии нет! Толчком к этой нашей акции послужило то, что в период газовой блокады, в период газового кризиса мы подавали заявки на акции, суть которых сводилась к лозунгу «Газ Приднестровью, мир Палестине», потому что в тот период как раз шла еще и война в Палестине. Нам дважды в этом отказали. И после этого мы подали уже эту третью заявку, сместив акценты на проблемы демократического устройства Приднестровья, свободы СМИ и, конечно же, гражданского общества. Можем ли мы говорить о том, что все институты гражданского общества равноценно представлены у нас в тех же средствах массовой информации? Опять же, полагаю, что нет, потому что если вы посмотрите оба телеканала, на каждом из них показывают по одной партии. Сегодняшним нашим маршем мы показали власти, что молчать не будем, что защита республики не означает защиту бюрократии, что Приднестровье – это не осажденная крепость, а нормальная свободная республика. Я бы хотел свое выступление закончить следующим. Сегодняшнее наше шествие – это всего лишь первое цепи политических акций, которые мы будем осуществлять и которые будут направлены на укрепление приднестровской государственности, на укрепление приднестровской демократии, на то, чтобы нас признали и мир увидел новое государство, международно признанное Приднестровскую Молдавскую Республику. Тем, кто под видом того, что они пекутся об государственных интересах, на самом деле защищают свои собственные бюрократические интересы, мы говорим четко и ясно «нет». Своей республике, своему народу мы говорим четко и ясно «да». И мне очень понравился сегодняшний слоган «Демократии да, бюрократии нет». И я думаю, что мы его сейчас еще раз повторим. «Демократии да, бюрократии нет». Демократии, да! Бюрократии нет! Свободу слова в Приднестровье! Свободу слова в Приднестровье! Свободу слова в Приднестровье! Свободу слова в Приднестровье! Спасибо! Так исторически сложилось, что на протяжении целого ряда лет прорыв боролся с несправедливостью, боролся со злом, боролся за признание Приднестровской Молдавской Республики, боролся за сближение с Россией. В результате, к чему мы пришли? А мы пришли к тому, что из Министерства информации пришла команда, четкая команда, прекратить показывать прорыв. Сегодня на телевидении мы не увидим ни одной нашей акции. Абсолютно ни одной. И это несправедливо, мало того, это неконституционно. Поэтому сегодня здесь, возле миссии ОБСЕ, мы собрались, чтобы выразить решительный протест действия Министерства информации в лице господина Беляева. Свободу слова в Приднестровье! Свободу слова в Приднестровье! Свободу слова в Приднестровье! Свободу слова!